мастер Шифу? Я вовремя? Нет? Время — это иллюзия. Есть только сейчас. Ну а сейчас? Это вовремя? Ты должен сделать следующий шаг на своем пути. От воина до учителя. Да куда мне? О, нет! Это учитель дракона! Какой красавчик! О! Эй, пап, как дела? Ужасающе. Кто ты такой? Я ищу своего сына. Папа? Пельмень мне в рот, это ж ты! Откуда нам знать, что он тебе родня? А вот, гляди! Идем со мной. В горах есть секретная деревня Панд. Ого-го! А ты дома, сын. Ты совсем-совсем как я, только маленькая. А ты как я, только старенькая. О, он такой лапочка. Я жива! Кай возвратился! Кто? Приносящий боль. Зверь-мститель. Создатель вдов. Не знаю. Ну, еще я работал с Угвеем. О, мастер Угвей! Молчать! Кай напал на долину. Он одержал верх, и теперь он примется за Панд. Ты должен научить их сражаться. Я готов их учить. Я сделаю вас мастерами кунг-фу. Хай! Никто не обещал, что будет легко. А теперь станцуй танец смерти. Враги справедливости, сейчас я... Стоп! Вы что, издеваетесь? Ой! Я полагаю, ты воин дракона. Ой, вот только не надо, ля-ля. Я заберу у тебя. Ля-ля. Твою? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Твою? Ля-ля-ля. Твою? Ля-ля. Надо пойти туда. Но мастер Шифу сказал... Ты что, боишься? Даже мастер Ци пойдет туда, а он цыпленок.